событие, которого ждали. Первое, а точнее 2 сентября для учеников Медвежьей Озерской школы ознаменовалось еще одним праздником – открытие новой пристройки. Этому событию действительно рады все. Да, ребят? Теперь не в тесноте и уж точно не в обиде. Новая пристройка к Медвежьеозерской школе позволит разгрузить классы и благодаря новым площадям увеличить набор детей. Эта пристройка, конечно, долгожданна, потому что сегодня, если бы ее не было, дети учились бы во вторую, а то и в третью смену. Открытие этой пристройки дает нам возможность сегодня всем детям в Медвежьих озерах учиться в одну смену. Уважаемые ученики, впереди у вас много открытий, свершений, в том числе и в новом здании Медвежьеозерской школы. Но здание – это только стены, а его душа – это ваши педагоги, которые будут вас вести по жизни, вкладывать в вас свои знания, умения, опыт, учить вас новому. Позвольте, пожалуйста, в первую очередь от имени тысячи учеников, родителей, от всего коллектива школы обратиться со словами благодарности к губернатору Московской области, правительству Московской области, администрации нашего городского округа Щелково со словами глубокой благодарности за такой чудесный подарок к новому учебному году. Посмотрите, вот она наша красавица, обновленная. Теперь уже такая большая современная школа. Разрешите мне от имени Московской областной думы от себя лично поздравить вас и с Днем знаний, и сегодняшним великолепным событием, открытием нового корпуса Медвежьеозерской школы. Несомненно, этот день войдет в историю школы. Сегодня вы начнете занятия в новых условиях, просторных кабинетах. Я думаю, что вам все понравится. Просторные классы, новое оборудование, современное безопасное оснащение здания. Это ли не лучший подарок, как для сотрудников, так и для учеников? Было мало места, пространства было мало. Там очень много людей, а здание маленькое. Мы очень обрадовались, ждали так эту пристройку. Там большие кабинеты, актовый зал есть, там физкультурный зал очень большой. Там все такое красивое, большое. Спасибо большое за школу! Мы очень долго ждали эту школу, очень рады, что ее наконец-то построили. Мы очень рады здесь учиться. Моя дочь круглая отличница, она каждый год берет премии во всяких олимпиадах. И вот теперь мы будем учиться в новой, красивой, хорошей школе. Большое спасибо, мы очень благодарны. В этом году школа поставила в своем роде рекорд, набрала аж 5 первых классов, а это 150 первоклашек. В честь этого события для них подготовили специальные подарки. В наборе все, что нужно для уроков. Ну а самым лучшим подарком в этот день стала хорошая погода и, конечно, новое красивое здание. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.